С вами снова канал Автозвук своими руками. Меня зовут Артем. И сегодня у меня на обзоре вот такая вот коробочка, в которой лежат эстрадные серединки. Это у нас MOMA HE610. В комплекте с ними ничего нет, просто динамики. Это самые дешевые динамики из линейки HE. Стоят они меньше 2000 за пару. Значит, что мы здесь видим? Бумажный диффузор, тканевый подвес, колпачок бумажный, принт четкий, не размазанный. Небольшого размера магнит, клеммы разного размера, плюс-минус подписан. Корзина штампованная, жестяная, вентиляционное отверстие имеется. Значит, вот так характеристики выглядят, на коробке написано. RMS мощность 90 Вт, пиковая 250. Частотный диапазон от 160 Гц до 10 килогерц, чувствительность 91 децибел, сопротивление 4 Ома. Немножко клей кривоват налит, как бы вот излишечки я вижу. Бюджетный динамик, небольшой мотор, дюймовая катушка, такая бюджетная эстрада. Послушаю, расскажу, как они звучат. По моим ощущениям, на мой слух, динамик играет довольно-таки хорошо. Единственное, что использовать его как мидбас я не советую. Играет он от 150 и выше. Заявка у них от 160. Вот, если судя по графику, то где-то от 150 он играет и до 7, потом идет спад. Ну так, если по-честному, до 6, потом идет спад. Но вот этот спад, он такой сначала плавный, потом порезче. И, ну, нормально, довольно-таки высоко забирается. Сильных всплесков нет таких, кричащего звука нет. Звук приятный, довольно-таки уши не режут. В принципе, я им сильно не давал мощи, поэтому, может быть, и на пиковой мощности для них там, когда честных там ватт стоим дать, они, может быть, там и начнут орать. Но я, по крайней мере, на той мощности, которую я им давал, я этого не услышал, поэтому мне звук понравился. Звук такой, звук довольно-таки приятный. Уши не режут, приятно звучат. Вот, по громкости довольно-таки громкие. В общем, в бюджет до 2000 рублей, а если точнее, у них средняя рыночная стоимость 1500-1600. Я считаю, что это просто лидеры на данный момент. Я считаю, на данный момент очень даже хороший выбор. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Всем пока!
Всем спасибо за просмотр. Пока.